В Приморье впервые пройдет масштабный гастрольный тур выставочного проекта «Тайга Арсения Фузала». Его смогут увидеть жители 10 муниципалитетов края. Вниманию зрителей представят 34 произведения живописи, графики, декоративного искусства и скульптуры из коллекции Приморской государственной картинной галереи. Все будет сопровождаться аудио- и видеоконтентом. Данный проект позволит познакомиться и жителям, и гостям нашего Приморского края с подлинными произведениями приморских художников. Заново открыть для себя имя Владимира Карловича Арсеньева. Увидеть, почему именно художники создавали такие работы. Что-то новое узнать. И, конечно, выставка еще и дополнена современными технологиями. Также зрителям представят интерактивную настольную игру «Арсеньевский маршрут», созданную Школой креативных индустрий по поручению Министерства культуры и архивного дела края. Эта игра действительно такая, в общем, форма воспитательной, образовательной, такое путешествие, и применены интерактивные технологии, то есть там есть дополненная реальность, потому что наша студия цифровой технологии разработала чудные модельки там разных птиц, животных. Первыми выставку «Тайга Арсения Фузала» 22 февраля встретят жители Большого Камня. Далее масштабный гастрольный тур проедет по запланированному маршруту и завершится в декабре. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.